Для того, чтобы мясо стало более нежным и приобрело восхитительный вкус и аромат, перед приготовлением его обязательно нужно замариновать. Ваше блюдо станет идеальным благодаря правильному маринаду. Если у вас есть свиной окорок, его можно вкусно запечь, предварительно хорошо замариновав. Такого куска мяса хватит надолго, и он может служить горячим блюдом, закуской и компонентом для других блюд и салатов. А как замариновать и запечь мясо правильно и сочно, расскажу вам в пошаговом рецепте. Этот маринад удивительно размягчает ткани мяса и делает его сочным и невероятно ароматным. Свиной окорок, 1800 грамм. Масло растительное, 2 столовые ложки. Соевый соус, 2 столовые ложки. Горчица, 1 чайная ложка. Лимон, 0,5 штуки. Мед, 1 чайная ложка. Смесь специй, по вкусу, карри, паприка, куркума. Майоран, тимьян, базилик. Количество порций 5-7. Подготовьте ингредиенты. Приготовьте маринад для окорока. Из лимона выдавите сок, смешайте с соевым соусом, маслом, медом и горчицей. Хорошо перемешайте. Свиной окорок посолите, посыпьте специями. Залейте маринадом. Распределите маринад по всему окороку. Накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 10-12 часов. За это время окорок переверните несколько раз. По истечении времени свиной окорок поместите в рукав для запекания. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 60 минут. Свиной окорок готов. Он вкусный как в горячем, так и в холодном виде. Мясо нежное, сочное и невероятно ароматное.